Голландия. Поля, пшеницы или рожь, не знаю. Вот так Голландия выращивает груши. Вот такие вот. Вот такие деревца, как бы распятые. И на них множество груш. Целые поля, сады. Интересно. Деревья вообще невысокие. Совершенно невысокие. Как бы распятые. Против солнца не очень видно. Вот так Голландия выращивает груши. Это в Бельгии. Мы только что проехали границу Голландии и Бельгии. Вот находимся на дамбе, которая на осушенном участке земли. Вот мы стоим на дамбе, когда-то насыпали ее 100 лет назад. Сейчас на ней дорога, а внизу он груши. Вот на осушенных участках земли он груши так растут. Груши, яблони. Дорожка автомобильная, а вот внизу растут груши и яблони, в данном случае груши. Деревья маленькие, невысокие, но обливенные. Форма деревьев немножко другая. В Голландии как там было, даже не пойму, как там две таких этих самых крест-накрест как сказать, господи, балки, не балки, а здесь просто деревцами вот так растут, выращивают.